Я и не думал. Мне пора. Ты... Ты мне веришь? Конечно, друг мой, я тебе верю. Ты никогда не врал. К тому же, зачем бы тебе ставить там свое имя, а потом от него отказываться? Вот именно. И кто угодно, любой мог подделать мою подпись на воззвании, чтобы придать ему вес. Несомненно, придется привыкать к такого рода проделкам. Интересно, кто бы мог это написать? Если бы я знал. У кого-то явный талант. И прям редко сочетаются такое низкое содержание и такая возвышенная форма. Нужно будет сочинить ответ. Что ж, коль скоро ты и я представляем ситуацию... Что за ситуация? Надеюсь, что мы с тобой все еще друзья, правда? Конечно, правда. Брут, я не сомневался ни в твоей дружбе, ни в твоей преданности. Даже когда мы были врагами.